По ножовщине закончилась ссора двух молодых людей возле ночного клуба «Галстук». Пострадавший был доставлен в Бердскую центральную городскую больницу, а преступник – в отдел полиции. Бердские полицейские нередко выезжают к этому заведению, особенно в выходные дни. В ночь на воскресенье два посетителя ночного клуба «Галстук» после распития спиртных напитков не смогли словесно разрешить возникший конфликт. И мужчина 1989 года рождения решил доказать свою правоту при помощи холодного оружия. 4 февраля 2018 года около 3 часов ночи около дома номер 13А по улице Ленина между двумя жителями города Бердска произошла ссора, в ходе которой один нанес телесные повреждения в виде резаной раны грудной клетки справа другому. По данному факту проводится проверка. Причиненные телесные повреждения к тяжкому вреду здоровья не относятся, и степень тяжести будет определена после лечения. Когда установят степень тяжести нанесенных травм, будет решаться вопрос о мере наказания за совершенное преступление. Потерпевший молодой человек 1991 года рождения в настоящее время проходит лечение. Стоит также добавить, что в эту же ночь в самом клубе девушка, вероятно, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, запустила бутылку в незнакомую компанию за соседним столиком. Охрана вызвала полицию. К счастью, серьезно никто не пострадал. Теперь жительнице Бердска придется выплачивать ущерб за разбитое зеркало внутри заведения. Редактор